Вспомнить известную фразу о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Из этой фразы можно сделать вывод, что талантливые не только дети, но и, конечно же, родители. И сегодня, такой замечательный летний день, мы хотели бы сказать огромное спасибо всем тем, кто возит и спонсирует, шьет и режиссирует, хвалит, а также критикует, воспитывает и балует. Низкий поклон вам, уважаемые родители, и эти аплодисменты звучат специально для вас. Мы подумали с детьми, что надо отблагодарить наших дорогих педагогов и родителей за их доброту и бескорыстие. Очень долго размышляли на эту тему, подумали, а давайте подарим звезду с неба. Потом до нас дошло, что днем звезды, к сожалению, будет не видно. Потом хотели подарить путевку на отдых, но подвел материальный вопрос. Ну и, в общем, недолго думая, решили, что самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, а у танцоров еще и ногами. Поэтому встречайте народный ансамбль танца «Топотушки», руководитель Татьяна Першина, Оренбургский район. Продолжает программу «Праздник».